Для того, чтобы модернизировать систему водоснабжения в Северной Осетии, потребуется больше 10 миллиардов рублей. Об этом министр ЖКХ Мейрон Тамаев сообщил главе республики Вячеславу Битарову во время рабочей встречи. По словам министра, уже ведутся переговоры с Министерством строительства и ЖКХ России об увеличении финансирования. В настоящее время готовится проектно-сметная документация атарских групповых водопроводов на замену станицы Змейская, городов Алагира и Дигары. Кроме того, Мейрон Тамаев сказал, что все подготовительные работы к зимнему периоду идут по плану. Проводимые мероприятия финансируются из бюджетов коммунальных и ресурсоснабжающих компаний. Важный вопрос – газификация населенных пунктов. Строительство новых участков газопровода проходит в селениях Ахсау, Мацута, Нижний Ларс, Задолеск и станице Архонской. Вячеслав Битаров по-прежнему держит на особом контроле вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой. Говорили о том, что Северная Осетия участвует в региональном проекте «Чистая вода» национального проекта «Экология». Он подразумевает повышение процента обеспечения качественной питьевой водой всех населенных пунктов региона к 2024 году. Из-за этого, наверное, субъект.